Жители нидерландского города Терапель вышли на марш протеста против присутствия здесь мигрантов. У переполненного центра для приема просителей убежища скопились сотни беженцев. Демонстранты возмущены поведением нелегалов. Они нарушают наше спокойствие, утверждают манифестанты. Причина протеста в том, что нам надоели всякие неприятности. Например, воровство в магазинах. Людям угрожают, их запугивают, взламывают машины и дома. С нас достаточно. Вот сейчас мы видим тех, кто стоит у центра приема беженцев. Мы говорим, что приветствуем настоящих беженцев. Людей из Украины или тех, кто спасается от исламского терроризма. Но этих африканских молодых людей мы больше не в состоянии терпеть. В течение нескольких ночей около 700 мигрантов спали на открытом воздухе. В лагере, рассчитанном на 2000 человек, не хватает мест. Обработка заявлений идет очень медленно, порой на это уходят месяцы. Большинство людей, прибывающих в Терапель, сирийцы, спасающиеся от гражданской войны. Я уже 3 дня нахожусь здесь. Было очень холодно. Прошлую ночь была ветреной, и ветер был сильный. И после 3 часов утра мы никак не могли уснуть. Мы не чувствуем себя в безопасности, потому что находимся за пределами центра для беженцев. Мы туда не заходим, нам не разрешают. И никакой информации о том, что будет дальше, нет. Власти Нидерландов пытаются найти людям временное жилье, а пока беженцам помогают сотрудники Красного Креста.